сплачиваться вокруг ЖКХ. У нас подавляющее большинство людей сейчас, 2015 год на дворе, живут в области без горячего водоснабжения. Понимаете? Детка с бабкой говорят, давай здесь на дровяной печке натопим водички, чтобы помыться, а потом сплотимся вокруг «Газпрома». Вам же раздали нашу брошюрку, которую мы выпустили только что. Зарплаты вот этих всех людей. Но как возможно, что в государственной компании «Роснефть» человек получает 5 миллионов рублей в день? Слушайте, я сегодня шел по одной из центральных ваших улиц, там на тротуаре была дырка глубиной в метр. Это в одном из крупнейших городов Европы. Одном из третьим по величине в России и по экономике одном из самых богатых городов. Ну как-то...